мошка и судак. Ты мог бы троих поймать, а? Давай, Жень, гордость ущемить. Хороший. На Халку 150-ю. С родимыми пятушками. Видите, их разрисовал. Наверх не выходит, то есть это где-то у Душечки точно поддавит. Не за Душку, но судачок. Вот видишь, я поглубже держу. Поздравляю, Сереж. Трешечка. Точно. Как тут, не понимаешь, вот по весу, вот как? Вот это хорош. Да. Здесь Душечка точно есть. Трешечка. Да, не трешечка, а 2,5. Такой красивый. Джик. Как и в этом, в апреле. 4,8 метра. Чё там, тишина? Там тихо. У нас то же самое. Да. Вот, смотри, вроде по 6 метров. Давай бандосим попробуем.
погрешь, то вроде что-то хорошее. Потычка прям какая-то совсем была. Нежная-нежная. На багрёж не похоже. Двушечка должна быть. Может больше. Побольше должна. Сранится, а? 6 метров, 5,5, 6. Рифранер. Ну что, друзья мои, данное видео, можно сказать, будет посвящено воблеру Рифранер. И, конечно, моему любимому воблеру Агрессор. Не больше, не меньше. Два воблера. А, да, Рифранер, кстати, будет соревноваться с воблером Бандит. Вот интересно, кто кого? Мне что-то бумага взяла. Иди, иди. Мелочь какая-то. Как-то в комментариях мне кто-то написал, что Илья, ты в свое время показывал воблер Рифранер, и ничего конкретно на воде о нем не показываешь. Не ловишь на него. Я на самом деле в каких-то видео-то я ловил на него, может быть, не так много. Ну, во-первых, данный воблер идет не по тем глубинам, которые мне нравятся больше. Я люблю ходить воблерами, которые перекрывают глубины, скажем, 8, 9, 10 метров. Ну, я считаю, что именно трофейный колкастик стоит именно там. А так вообще, Рифранер на самом деле имеет две замечательные модели, очень уловистые. Это Рифранер 800 серии и Рифранер, я не помню, как он по-английски называется, тощий я его назвал, а в переводе, по-моему, точнее будет тощие ручки. Рифранер 300 серии, точно, Рифранер 300 серии и Рифранер 800 серии, вот эти две модели, они крайне очень интересны. У них был косячок, особенно 800-й серии, они вылетали. Но я тоже делал об этом видео, и эта проблемка устраняется. И если эту проблему устранить, воблер становится, ну, очень уловистый. И в данном видео я хочу именно это и показать. Все на отдачу. Это трофей. Ты пыхтеть начал, а? Это трофей. Ходит притворяться. Не-не-не-не-не. Я уже это слышал, ты меня так 3 раза обманывал. Даже подсак доставать не буду. Это шикардос какой-то. Не давит. Ну хорошо. Двушник. Он не облавливает, а я еще от ноля не ушел. Поставим сейчас.
ночевок у меня было. Не мог просесть сюда. Он работает как бандос, понимаете, он же глубина. А тощий 5-6 максимум. Тоже хороший воблер. Блин! Серег, что-то неплохое вообще реально. Прям такой... Ой, хорош. Ну, за двушку точно могу сказать. Трех, наверное. Если не больше. Идет прямо, наверное, даже не собирается выходить. Пока не давит. Ну, должен. Давай с этой, наверное, борта, от солнышка. Вот эта тяжесть. Вот он давить начал. Вот он. Ой, прелесть. Ой, хорош. Так, поводок, Серега, подвожу. Тихо. Сейчас как-то появится можно. Ты смотри, короче, двушка, ну какая-то. Это не двушка, трешка, наверное. Нет, 2,5. Ну не больше 3 точно. Это да. Вот такой рефранер. Куча поклевок и куча лова. Так, ну на следующую дорожку. Просто повис. С поклёвкой сейчас. Мой рефранер. Горбатое, безглазое чудовище. Надо поменьше. Прям проглотил его. Нормально ли по волне такой? Нормально идет. Единственное, когда на малом ходу, вот она носом может подзарываться. Главное сразу давить глаз. Еще ноль, да? Смотри, что делает. Есть, хороший, да? Неплохой, да? Боюсь, гладить.
да? Зашел. Ну ты вот что, не почувствовал, что зашел? Чего ты встаю, напрягаюсь-то? Может, он как прел, что ли? А когда бобер работает, ты не чувствуешь? Поехали. А ты видел, какая поклевка была? Серьезно. Зелененький агрессор, 217 цвет. Да, трешечка. Так. Thank you.
Поехали, отснимем. Так, сразу его снимаем. Свой покосный. Достанем сейчас. Чего? Илю, подписчик твой, Илю. Привет. Говорят, ловится. А? Говорят, ловится. Ну мы уже, вот у нас предпоследняя рыбалка. Да, вы уже заканчиваете? Я только приехал сегодня. Вернее, ночью. Рыбалка хорошая была. Сегодня утром было неплохо. По-разному. То на 6, то на 8-9 сваливается. Да. Мельче не ходил. Может, он там тоже есть, но я там не лазил. Нет, мы на джи хорошо половили. У нас двушки были там до трешек такие. А на троллинг до 4 килограмм. Такие трешки, двушки. Ну, хорошие. В этом году хорошо. Долго? А как наловлюсь, так и домой. Жену на отдых, ребенка в лагерь, что мне? Недели на две, наверное. А, ну значит еще раз пересечемся. А что это вот? Ну мы сейчас на недельку в Москву, потом назад. А, потом опять сюда, да? Да. Красавцы. Здесь, да, вот я остановил. Здесь, там, под восковольтой. Я вот джих осваиваю. Тоже правильно. Да. Ладно, удачи вам. Нет? Понятно.
там бег. Агрессор, пожалуйста. 8 метров. Нет! Сиди, что тут делаешь-то? Тащи. Чего у тебя нет? В какой-то момент он дернулся, потом уже сошел. Как кончик спиннинга же видно. Отлично. Пока тебя поздравлять не буду, а то сейчас боюсь на карту. Когда он дергает, не мотаешь. Ну, не это, слабину не даешь. Вот просто вверху поднимай контур, давайте его. Есть! Это четверка. Это пятачок. Там безмен в этом. Вот видишь, другая глубина, другой воблер и другая рыба, блин. Поздравляю, Сергей. Поздравляю. Давай, давай, доставай, го-го-го. Аккуратно только. Ну что, я от души поздравляю Серегу. Ради таких моментов мы и приезжаем на рифбахту. Ведь всегда хочется найти давай пока украсивайте и поймать да? трофейную рыбу. Ну, а по поводу бобера Рифранер, вы, надеюсь, тоже многое поняли. По поводу воблера Агрессор, я думаю, что вы в каждом видео встречаетесь с ним. И в данном видео вы в нем тоже не разочаровались. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Только не уходите, немного задержитесь. Пока еще не все. 4500, он считает. 4500, я побил рекорд же. Наконец-то. И хотим попробовать поквочить. Квочить будем квоками от мастера пермского, мастера Димы Кво. Многие уже видели мои фильмы, как эти квоки работают. Крупного мы, в принципе, особо ничего не поймали, к сожалению. Но мы находимся на Ахтубе, здесь как-то сама вообще проблема. Мечтаю выбрать все-таки на Волгу и протестировать их там. Взял себе удлиненные два квока, то есть, ну, знал, что у меня уже отпуск будет. И заказал у него в поездке два длинных квока. С ними отлично с такого борта квочит, не напрягаясь, то есть рук не приходится сильно туда опускать.
искать, не приходится наклоняться. Вот. Как они будут работать, мы постараемся сейчас показать. Квочить! Ну ладно, покажи еще бардачки, какие у нас модные, рундуки. Более подробный обзор про лодку мы сделаем чуть попозже. Мы сейчас немножко ее как бы раскатаем, скажем так, что-то поймем, какие-то минусы, плюсы, но нам она уже нравится. То есть рундуки у нее есть, они довольно глубокие, много-много всего здесь у нас лежит, всякого разного. Вот. Плащ. Значит, сюда кладем куртки, если вдруг, допустим, холодно. Тут даже телефончики у нас, камеры заряжаются, все удобно. Этот рундук, он единый, то есть два. То есть у него два лючка, но он единый. То есть можно что-то длинное положить. Здесь у нас коробки с воблерами, которые, ну, скажем так, нам могут пригодиться, там колебалки всякие, вот, или кастинговые какие-то воблерочки. Вот. Рундуки сухие. То есть вот такой бортик у них сделан. И вот здесь есть отверстие для слива. Вот через это отверстие вода уходит ну, вниз как бы под пол и сливается туда уже к кольбе. Еще один рундучок, он поменьше. Здесь у нас зип, якоря, ну какая-то вот такая отцеп лежит. Вот, тапки мои туда положили. Ну, короче, всякая вот такая вот ерундень. Рыбу сюда тоже пытались положить, но сколько мы ловим, она сюда не вылазит. Ну, браконьеры? Нет, ну не браконьеры. Вот. Здесь то же самое, так, отверстие для слива. Вот. Данный фишбол я попросил, чтобы мне укоротили. На самом деле он должен был быть где-то вот здесь, наверное. То есть еще были рундуки. А с одной стороны удобно, рундуков больше, фишбол большой. А так вот я подумал, что ну ни к чему это, наверное. Лучше здесь пространство побольше сделать. Здесь мы вот столик поставили, пока такой временный. Вот. Кстати, одеяло вот такое мы возим, покрывало для того, чтобы на жаре воблеры не испортились. Под столик, кстати, тоже удобно ящики положил, уже солнце не попадает. Главное, чтобы, если воблер будет просто лежать, он, в принципе, не поплавится, то есть не деформируется на жаре. А если он будет лежать под какой-то крышкой, скажем, в какой-то ящике, верхние воблера можете сразу выкинуть и пощаться с ним. Поэтому вот какое-то нужно одеяльце такое, покрывало, там, я не знаю, что там, полотенце, чтобы это все дело накрывало обязательно. Лодки вот такие, полочки есть, тоже мы уже, как говорится, загадили быстренько, накидали сюда всяких нужных и ненужных вещей. Установили на лодку рейлинги, поставили, значит, стаканы. Стаканы я снял, это с брига своего, многие уже видели, старки. И тот стакан, который на корме. Он тоже стоял у меня на бриге на скамейке. Вот мы закрепили тоже на крепление, значит, от борика. Это на двухсторонний скотч посажено. Держится отлично. Думал, отваливаться будет. Да нифига вообще тут ничего не отвалится. Оно, по-моему, еще больше на жаре приклеилось. Вот. Оно быстро съемное тоже. Вот так. Раз. И все. И это уносим домой. Долго я думал, как это все дело прикрепить. И отдельно купил вот эту, значит, площадочку от компании Борика. Вот так пишется она. Ну, просто можно в интернете забить компанию Борика. Или посмотрите у меня под видео. Я постараюсь дать ссылку, если не забуду. Вот. Это тоже отдельно площадка продается. Она продается как на двустороннем скотче, так и ее можно клеить, то есть клеевые. Я взял специально на двустороннем скотче, чтобы можно было с лучом это дело все, как говорится, снять. Вот. И к этой площадке не хотел я дополнительно дырки сверлить, портить, значит, вот эту систему крепления. И я просто вот такими хомутами закрепил. Держится тоже отлично, но на вид может быть не совсем смотрится, но зато ничего дополнительного мы не сверлили. А потом посмотрим, может быть, что-то другое придумаем. На этой платформочке эхолот поворачивается. Вообще все отлично получилось. Здесь у нас внутри бак и аккумулятор. Давайте тоже заглянем.
тоже рундук. И здесь у нас вот аккумулятор. Бак стоит. И водоотрывная помпа. И там помпа, да. Так, здесь у нас, что все мыть надо, песок, астраханский песок все портит. Вот. Здесь у меня включается помпа. Там можно ставить, как снимал там. Она откачивает, значит. Это бортовые огни включаются. Вот еще дополнительные стоят у нас. Они как бы сбоку на борту крепятся. Мне это очень не нравится, потому что боюсь включить и забыть выключить. То есть я не вижу, когда они включены, когда они выключены. Сзади кринолины. Мы уже с них отжиговали. Удобно умыться, ведро почерпнуть, что-то такое. Ну, вообще вещь стоящая. Я думал вообще устанавливать их, не устанавливать, потому что можно и без кринолинов было бы сказать. Но я решил с кринолином. Мне они очень нравятся. Думаю, еще сюда лестницу какую-нибудь коротенькую сделать. И вот думаем с Серегой, как ее там скрепить. Сдвижную, может, какую-то сделаем. Ну, будем думать. Вот, двигатель мой старый стоит, Yamaha 25, двухтактная. Тянет двоих нас с Серегой нормально. Идет где-то в среднем 40-41 километр. Но это с учетом того, что вот вы видите, как это все загружено. То есть там у нас якорь лежит довольно-таки тяжелый, рундуки все забиты битком. Здесь бак, аккумулятор тяжелый, сумки у нас, тут джиговая сумка стоит, коробки. У Сереги тоже здоровая сумка. Моя белая нелегкая. Мы с Серегой нелегкие. Поэтому я думаю, что если, в принципе, все освободить, мы попробуем и, как говорится, налегке проехаться, с минимальным каким-то комплектом с рыбацким. Вот. Я думаю, что под полтос она должна пойти. А если еще, в принципе, бензинчик 95-й сюда, я думаю, она полетит. Вот. Очень доволен. Волну режет отлично. По волне мы сейчас прыгали. Ну, единственное, конечно, там, может быть, где-то брызги заливает, там еще чего-то. Но я думаю, что зальет на любой лодке, не считая там каких-то вот этих больших там современных катеров, там, которые стоят бешеных денег. Вот. А так она режет, не прыгает, ничего не подпрыгивает, то есть просто просекает и идет отлично. Комфортно на ней двигаться. Довольно-таки широкая. Не знаю, мы очень довольны. Что еще можно сказать? Кстати, там вот еще можно показать, мы установили тоже там систему зарядки. Все получилось довольно-таки бюджетно, но, скажем так, практично и хорошо получилось. Очень довольны. Весел у нас только нет. Вот мы без весел. Если когда весла буду покупать, я буду брать их разборные. И вот я не знаю, кстати, они влезут сюда, вот как каким-то макаром смогу я запихнуть. Буду брать, наверное, какие-нибудь самые коротыши, короткие, на всякий случай, чтобы просто, ну, как-то куда-то там доплыть, до берега или еще чего-то, причалик. Вот. То есть не буду какие-то прям, ах, какие брать. А думаю взять алюминиевые какие-нибудь раскладные, да, весла, ну, самые мощные. Вот. А может даже не раскладные, и потом... Не, наверное, все-таки складные надо будет брать. Потому что я больше не хочу колотушкой грести. Да, колотушкой грести опасно. Можно не доплыть. Или колотушкой по голове получить. Покажи габаритные огни. Габаритные? Да. Поехали. Все? Съемку закончили, пошли. Всем пока.